Друзья, всем привет! Всем привет! Меня зовут Юля, это мой муж Женя, и вы на моем канале «Сладкий персик». Да. Недавно мы приехали из Турции, успели туда съездить до того, как еще закрыли все рейсы, и купили там немножко сладостей, хотим их открыть и попробовать вместе с вами. Да, но мы взяли не простые сладости, а тех производителей, которые известны у нас на территории Российской Федерации. Но с вкусами, которых у нас нет, да. То есть не найдешь на полках наших магазинов. И нам показалось это интересным попробовать то, что я сейчас проговорил, собственно. Начнем мы с печенья Орео с мятой, вот так оно выглядит. И как видите, я его открыла, потому что мы шли пешком, купили вот это все. Я очень сильно захотела есть, а нужно было еще ехать на маршрутке из Анталии до нашего отеля минут 40, и я прямо открыла и съела эти печенья. Поэтому Женя вот не пробовал, сейчас мы его покормим. Вот, Орео с мятой. И это прям прикольно. Ну, как печенье с мятой. Ну, вот, если вы, наверное, пробовали мятный чай, это похоже. Вообще... Ладно. Вот, смотрите. Оно зеленое внутри, вон там обычно белое, а здесь прям такой салат. Пробуй. Да. А вообще не преступление ли есть Орео без молока? Ну, нарушим закон. Так, как тебе? Прикольно? Ну, это Орео, который освежает. Вот такая зеленая штука. Сейчас мы это жуем. Как будто ты ешь печенье с жвачкой, вот. Ну да, или так. Или так. Ну это странно. Вкусно, но странно. Классическая Орео мне лично нравится больше. Ты пока говори, я молока все-таки налил. Так, я все-таки налил молока. Не удержался, потому что Орео надо всегда... Ну, у меня просто уже это рефлекс. Вот, как человек рождается с определенным количеством рефлексов, вот он у меня выработался. Орео нужно есть с молоком. А я булку с маслом всегда ем с сахаром. Да, почему бы нет. Или вот иногда, например, охота черного хлеба просто. С икрой. Нет, да, с черной. Нет, просто черного хлеба с солью. С солью. Потому что я вот в детстве постоянно, когда гулял во дворе, забегал домой, когда бабушка звала уже то, что все, надо поесть, я забегал и вот хлеб с солью вот так вот посыпал, съел. А я хлеб натирала чесноком так, свежий, черный. Да, тоже вкусно. Ну, ладно, давайте дальше. Давайте дальше. Значит, Милка. Милка Go Free. Вообще, иди свободным. Вообще такого никогда не видела у нас. Покажи поближе, как да. Вот так она выглядит. Так, Go Free по-английски, дальше по-турецки написано. И ничего. Говорит на турецком. Надпись на табличке. Ладно, давай распаковывать, потому что здесь по-английски. Открой аккуратно, чтобы я сфоткал. Аккуратно, чтобы ты сфоткал. Да. Это задача. У нас кошенька пришла смотреть. Это вообще, ладно, как открыл, так открыл. Это, кажется, шоколадка с вафлей. Да, это вафля в шоколаде. Что, будем пробовать? Давай. Кусай. Это вкусно прям? Да. Ну прям мягкая вафля, хрустящая, в молочном шоколаде. Прям мне очень понравилось, слушай. Да. Жалко, если что у нас таких нет. Такие продавали, да, я бы брал. Потому что как перекус, она... И она вкуснее, чем обычная вафля в шоколаде. Да, потому что у нас в основном вот этот вот задубевший шоколад черный какой-то. Да, это прям такая понять. Мягкая. А здесь вот, да, прям шоколад Камилка. Которая окутывает вафлю. Дальше у нас Нестле. Дальше у нас Нестле. Вот это, судя по всему, тоже покажи. Вафля. Нестле со вкусом латте. Ой, пожалуйста. Ах, заинтересовалась шоколадка. Она уже давно сидит и ждет. Ну, мы шуршим. Так, давай тоже аккуратненько попробуем открыть. Почему ты не сфотографировала сразу? Забыла. Так, смотрим. Да какая-то, здесь она похожа посыпочка. На батончик какой-то. Да, пробуем.
Там внутри такие, как это называется, воздушный рис, вот такие вот кругляшки, которые... Это не внутри, а сверху. Посыпано. Давай, достану, чтобы люди видели. Вот так вот. Очень прикольно. Это посыпано. Но это тоже вкусно, как и вафли предыдущие. Да. Но это слаще. Это приторнее, да. Однозначно. Хотел прям охота запить чем-нибудь. А вот эту милку можно просто съесть. Ну, не такая сладкая. Мачка. Давай. Так, едем дальше. С вафлями у нас все закончилось. Ну, ты сначала теперь покажи. Идут батончики. Да, я сначала забыл. Батончик Милка тоже такой. Тоже Милка, да. Пожалуйста, вот с этой стороны. Тут написано посмотрите. Непонятно вообще. Вот здесь Милка написано, да. Здесь. Ладно, открывай. Не знаю я турецкого языка, к сожалению. Покажи, не открывай, как бы я открою Орео. Это тоже Милка. Это какой-то, я не знаю, шоколадка Орео. Я раньше видела Орео только в печенье. Вот такая она выглядит. Сейчас я ее открою сразу. Шоколадка Орео, представляешь? Почему у нас этого не продают? Очень интересно. Так, я открыл Милку. Давай. Поэтому можем пробовать. Здесь вот что-то написано «Лила пауза». Может быть, маленькая пауза? Или что? Что это значит? Или пауза для Лилы? Она с нугой внутри, с клубничной. Это Milky Way похоже, кстати. И вот да, опять эти шарики. Milky Way похоже. Да. Прикольно. Похоже на Milky Way, только с шариками воздушными вот этими, которые хрустят. Да, и клубничные. Теперь пробуем Орео. Я его открыл тоже. Его, ее, не знаю. Давай. Мамочки. Ну, короче, вот она такая. Из секции состоит. Давай, кусай. Это шоколад с начинкой из печенья. Да. Причем там не куском печенья, оно как будто дробленое. Жуем. Сначала надо показать, потом открывать. На столе у нас таких вообще нет, у нас квадратные продаются только Риттерспорт. Да. А в Турции очень много на столе такой формы, и мне кажется, такой шоколад намного удобнее с собой брать куда-то на перекусы. И вот сейчас мы его попробуем. Это какой-то белый шоколад на столе. Да. Шоколад Биас написан по-турецки. Так, его можно здесь, я думаю, аккуратненько сломать. Здесь вот он в фольге. Да, я, кстати, 100 лет не видела у нас шоколад в фольге. Причем фольга склеена. Так, вот я сломал. Все, вот он, собственно, белый простой шоколад. Ну и пробуй. Кошка пришла. У нас кошка очень любит сладости. Она не то чтобы любит прям мясо, спокойно относится к курице, могу поесть, могу не поесть. А вот сладости, особенно мороженое, это вообще пиши пропало. Ну, я не могу сказать, что это прям очень вкусно. Это просто белый шоколад. Ну, просто есть белый шоколад, который прям... Есть белый шоколад, который невероятный. Вкуснее. Да, ну, средненькое такое. Можно. Это, да, можно купить по акции, короче. Да, то есть, в принципе, у нас получается из-за совпадений с нашим рынком только вот этот белый шоколад, который по вкусу совпадает. А ну, да. По форме, ну, у нас он продается плитками, здесь он квадратный. Я бы рекомендовала, в принципе, да, попробовать все. Ну, вот это вот белый шоколад на столе, ну, его можно найти в России, а все остальное у нас не продается, это прям, ну, да, прикольно. Да, это интересно. Попробовать. Особенно мятный Орео. Обязательно, да, мятный Орео, я тоже как раз хотел сказать. Это очень вкусно. Вот эту Милку тоже я запомнил. В принципе, здесь вкусно все, но вот это вот просто обычное, а то прям немножко... А то необычное. Другое. Да, другое. Вот такой, ребята, у нас получился обзор. Надеюсь, вам было интересно. Тест шоколадок. Тест шоколадок, да. Поедание шоколада на камеру. Называйте, как хотите. Если вам было интересно, если понравилось, пишите в комментариях. Не забудьте поставить лайки и подписаться на наш канал.